Ребята, всем привет! С вами Любовь и мой мирок Орхидей. Сегодня я хочу с вами похвастаться моими азиатскими орхидейками, которые я приобрела себе буквально месяц назад и прошло со дня пересадки. 26 августа я их пересаживала, сегодня у нас 29 сентября. Ну, вот это вот на вашем экране не азиаточка. Просто показываю вам красотку, которая у меня распустилась. Вот такая вот красотулька. Правда, бутошки все в разные стороны открываются, хотя старалась ее не поворачивать. Но она у меня была на окне, перенесла вот ее уже домой на стоечку, ну, то есть вот сюда в комнату, чтобы любоваться ей здесь, а не на окне. И начнем про азиатские орхидейки. Конечно, дотянуться мне будет сложно, вынимать их с места пока тормошить не буду, потому что они у меня все ростят цветоносы. Вот прошел месяц, вы посмотрите, Сога Реликс. Вот такие вот мы здоровые. Вот в таком большом горшочке она у меня сидит, вот для сравнения рука. И вот такой вот прекраснейший цветоносик уже мы наростили, и вот здесь вот будет ветвиться почечка. Такой вот красотун. Это Сога Реликс. Очень крупные, здоровые растения. Хорошо перенесли пересадку. Многие спрашивают, что с ними делать, когда получим. Да, кстати, пока не забыла, идет у нас набор на азиатские растения, точнее весь набор уже прошел, цветы заказаны, уже ожидаем их получения. И сейчас есть альбом излишки, можно зайти и выбрать растюшки, которые вам хочется. Уже к 15 числу октября мы их получим. И буду отправлять, естественно, буду утеплять посылочки. Но об этом, обо всем на страничке. И многие вот спрашивают, как, чего делать. Я сразу, буквально на второй день, освободила их от мха, помыла, обработала еще раз от вредителей и пересадила в циофлору. И вот прекрасно, прекрасно, смотрите, какой цветонос. Две недели назад я снимала про них обзор, и вы можете увидеть, какой цветонос был там. То есть этот цветоносик у Сога Реликса был вот прям там малюсенький кончик, когда я его получила. И вот за месяц вот такой вот здоровенный, он его вырастил. Конечно, для этого растения он ростит его очень быстро. И сейчас покажу вам остальные. Так. Вот такая у меня тут красотулька сакура. Вот я вам ее издалека покажу. И на том видео я вам показывала, что у нее появился один цветонос. А сейчас, если вы видите, у нас их два. Вот один цветоносик и вот второй цветоносик. Вот такие вот, не знаю, видно, отсвечивает с улицы жирнючие корни. У нас растут, то есть этот корешок уже полностью вырос у меня, вот этот листик вырос у меня, это сакура. Они тоже в таком же размере придут и можете тоже заказать у меня в альбоме. Так, что у нас тут еще из азиатских орхидеек? Сейчас пойдем на другую сторону. Так. Вот здесь у нас дикий кот, водохлеб. На том видео я вам показывала две недели назад малюсенькую пимпочку, которая только-только появилась. И вот смотрите, какой цветонос у нее спустя, сейчас поверну, спустя еще две недельки. Вот такой цветоносик мне дал котик. Пришли они ко мне совершенно без цветоносов. И если вы помните, вот этот корешок, сейчас попробую закрыть, чтобы было видно, было еле-еле видно из-под этого листика.
И вот такой вот он здоровенный вырос за эти две недельки. Ну, то есть чувствует он себя тоже прекрасно. Подрастил вот этот листик. Не люблю днем снимать, но ночью здесь вообще будет неудобно лазить в темноте. Так, это у нас ангел. Тоже все прекрасно. Ростим новые корешочки. Подрастила листочек. Мне очень нравится, как они адаптируются. И сидят они у меня в циофлоре. Сверху лежит тот мох, в котором они пришли. И на дно горшочка я тоже положила тот мох, из которого их освободила. Но это для того, чтобы их не микрофлора оставалась в этом горшочке, им было легче адаптироваться. Вот, вот этой красотки нету у меня в продаже, но на данный момент. Но себе вот я ее тогда оставила. Вот если видно, думаю, не видно, вспышку не стала включать. Но вот там, вот внутри лезет маленький листочек. Кому интересно, как ведут себя корни, пишите. Я сниму отдельное видео, то есть соберу их все в кучку и покажу вам. Но на мой взгляд, корешочки ведут себя очень-очень даже хорошо. По крайней мере, не портятся. И вот такие вот котлейки. Они сейчас тоже в продаже. Вот я их лично пересаживала в наш мох. И вот смотрите, какие замечательные корни. Вот здесь их видно. Стали они наращивать. Это очень красивые котлейки. Можно найти их в альбоме «Излишки» у меня на страничке. Вот. Вот такой вот красотой по поводу азиаточек я хотела с вами поделиться. Девочки, не бойтесь, заказывайте. Азиаты очень быстро адаптируются и замечательно себя чувствуют. Посмотрите, все цветы почти из азиатов, которые я себе заказывала, они все были без цветоносов и, ну, не считая вот этого, да. И все сейчас, кот, сакура, все наращивают новые цветоносы активно. Ничего не тормозят, не болеют. Все с ними замечательно. Ну и маленечко хочу вам показать своих красоточек, которые у меня тут распускаются. Вот такая вот желтенькая. Досвечивать прям плохо видно. Вот такой вот биглип вот с такой веточкой здоровенной. Это мои цветочки, домашнее цветение. Мы здесь вот продолжаем ростить цветоносик дальше. Такая у меня красотулечка распустилась на два цветочка, но тоже продолжает вроде как пимпочку вот здесь свою ростить. Так. Здесь у меня на этом окне почти все стоят с цветоносами. И я так счастлива. Так, 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 как же вам показать? Так, вот такая вот малипусечка моя, красотусечка, сидит с цветоносиком. Это та, которую съела улитка. Вот так вот он у нас подрос, цветоносик. Уже делится на бутончики. Так. Сейчас я его сразу разверну, чтобы цветонос не уперся в стекло. Сотку поверну. Да, тесновато им тут, но извиняйте. Вот такой, видите, у нас тут тоже цветоносик уже большенький. Не так давно снимала про циофлору вам видео и их там показывала.
там был еще он совсем малюсенький-малюсенький. И сейчас вот такой вот уже здоровый цветоносик. Так, ну вот это у нас, вот она цветет, красотка. Потом вот тут у нас тоже вот такой вот красопулюшный. Не хочет у меня сегодня фокусироваться камера. Вот он, цветоносик. Не знаю, видно вам, нет. Ну вот, такой вот красоточки. Толстый-толстый цветонос. Так. Хотела вам просто похвалиться своими. Сейчас поставлю желтенькую на место. Новостями, что у меня происходит. Так. Вот это вот пикси у меня тут сидит. Сейчас попробую вам показать ее цветоносик. Вот. Он разветвляется в разные стороны, уже делится на бутончики. Прям не вижу, видно вам, нет, мне на камеру, вот, честно, ничего не видно. Ну, прекрасно себя чувствует, ростит бутончики. Так, здесь у меня мой красотун Чармер. Кстати, показывала про Циофлору вам, когда видео, запуталась в числах, да, кого когда сажала, вспомнила. Сначала она у меня сидела просто в керамзите и в коре, а потом я просто добавила сюда Циофлору, когда видела, что ей не нравится в коре. И после добавления Циофлоры растение пришло, ну, скажем, в норму. Так, вот такой вот здоровенный цветонос вырастила. Вырастил мне вот Чармер. Уже вот-вот начнут распускаться бутончики. Вот такой вот он большой, я думаю, вам видно. Так, здесь у меня колодушка моя красавица. Я так жду ее цветения. Я вам хвалилась, когда она у меня только-только я увидела у нее цветоносик. Сейчас я поверну ее, потому что тоже уже пора повернуть, иначе потом упрется цветонос в стекло и будет неправильно развиваться. Я всегда их вот так разворачиваю, чтобы они росли так, как мне надо. Вот такой уже большой здесь у нас цветоносик. Это у колоды. Кстати, колода тоже есть в альбоме «Излишки». Заходите, цены доступные. И можно будет все посмотреть. Вот такая вот красотка. Так. Вот здесь у меня красотуля тоже ростит цветоносик. Разбудила почечку. В общем, я счастлива своими цветочками, азиатами счастлива еще больше, потому что для меня это первые цветы, которые я вам показывала в начале, из азиатских. И мне очень понравилось, как они себя ведут, как они адаптируются, как они выпускают новые цветочки. И добро пожаловать ко мне на страничку в Одноклассники. Альбом «Излишки» открыт. Все для вас, дорогие мои друзья. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.